Хочется, что кто-то может на ее лидерство посягнуть в короткой программе. Но мы хотим, ждем и надеемся и на успешное выступление, конечно, Виктории Волчковой, которая будет завершать короткую программу. А сейчас Диана Пёч, фигуристка из Венгрии, 17 лет ей, тоже очень произвела здесь во время квалификации очень хорошее впечатление и на зрителей, и на судей. Из двух тройных прыжков и падение после второго прыжка. Но, видимо, все-таки, вот я понимаю прекрасно венгерскую фигуристку, сложно выступать после Маши Бутырской, сложно. Аксель 2,5 оборота, заклон. Ошибки в короткой программе Дианы, но и по мастерству, по тому, как она выполнила свою программу, конечно, ни в какое сравнение не идет и с Марией Бутырской, и с нашей Юлией Солдатовой. Осталось выступление одной участницы, Виктории Волчковой, пока, да, вот этот то самое падение. Мария Бутырская впереди, Юлия Солдатова на втором месте. Ну и Виктория Волчкова сейчас будет завершать короткую программу у женщин. Она была, напомню, второй в квалификации в группе А, сразу же вслед за Марией Бутырской. Диана Пёч принимала участие в чемпионатах Европы. В 97-м году у нее был 20-й результат. В 98-м году на чемпионате мира 10-й. И вот сейчас она в квалификации в своей группе была 3-й. В общем-то, прогресс заметен. Но есть, конечно, чисто такие технические моменты, которые пока не удаются венгерской фигуристке. Она ошибается при исполнении сложных, вот в частности, прыжков. Нет смены скорости. На таком среднем ходу выполнила все элементы венгерская фигуристка. А сейчас требования к одиночному катанию очень и очень высоки. Должна быть скорость, должна быть смена темпа в программе, даже в
короткой программе, где всего лишь 2 минуты и 40 секунд отводится спортсменке, чтобы показать 8 элементов. Оценки, думаю, будут, а вот как раз и оценки. От 4,9 до 5,3 за предписанные элементы. Обращают на себя внимание, что очень много польских судей. Снял 4,4 только, и 4,9 у него самая низкая оценка. Что-то ему не понравилось. Она, Диана Пёч, занимает сейчас 5-е место. И сейчас на льду, мы ее уже видим, появилась Виктория Волчкова.